До 300 рублей 2 дополнительных выходных за прививку. По инициативе профсоюзов на предприятиях оказывают дополнительную поддержку тем работникам, которые проходят вакцинацию от COVID-19. Коллективные договоры подправили многие предприятия реального сектора экономики, а также бюджетных организаций. Выплаты варьируются от 29 до 30 до 300 рублей. Также предусмотрена выдача сертификатов на продукцию и услуги предприятий. Дополнительные выходные дни для тех, кто сделал прививку. Не остаются без поддержки и заболевшие. Профсоюзные комитеты сегодня на местах организуют оздоровление и санаторно-курортное лечение работников, уже переболевших коронавирусной инфекцией. Для этого в каждом профсоюзном санатории предоставляется скидка 25% членам профсоюза. В каждом профсоюзном санатории разработана программа реабилитации для граждан, перенесших эту болезнь. Ну и чтобы удешевить еще эту стоимость путевки, на местах наниматели вместе с правкомами принимают дополнительные решения по материальной поддержке этих людей. Сегодня в стране открыты более 850 пунктов вакцинации против коронавируса. Первый компонент сделали почти четверть населения страны. Полный курс вакцинации прошли 17% населения.